Они пешком ходили, представляешь? 20 километров. Из того видео ничего не понятно. Куда мы едем, для чего. Мы хотели вот на это озеро посмотреть, что там за постройка. Но получилось так, что когда мы подъехали ближе к лесу, там стоял шлагбаум, и охранник сказал, что туда только по пропускам. И ребята предложили скатать Веретьево, посмотреть, что там. Ну и мы решили, раз уж мы не можем туда попасть, то действительно, поехали в Веретьево смотреть, что там произошло с церковью. Ну а это наша карта, где мы обычно лазим. В Оленьем острове. Так что будет немного попонятнее, что как было. Все, даже проедем. Блин. Забор? Да. Офигеть. Вот и приехали, называют. Юмористы. Есть у вас у кого что сказать? Сейчас еще ветер дует. В общем, сами все видели, что проехать у нас через КПП не получилось. Поэтому мы решили пойти проверить, как там бывшие царские апартаменты. Ну да. И не снимая, ты можешь ее достать. Сам. Да, я знаю, я так и делаю постоянно. И после у меня есть еще школьный вязанец, там, так сказать, можно сказать, тот, который как бы за рубежом используется. Так как нету такого, что по миллиард книжек надо таскать в рюкзаке. Ну и, короче, в чем прикол, там карманы. Слушай, они подняли дорогу, да? Очень много. Там есть даже причем конкретно. Карман в кармане еще, наверное, скорее всего. Да, нет, ну это был классик. Есть еще вот здесь карман, где я сейчас держу. Незаметный. Короче, достаточно много там. Нет, ребята, здесь вот эти места северные. Сюда вот приходишь, я вот стоило мне в Ряхово приехать, у меня уже душа по-другому реагирует. Благодать, просто за какие-то благодатные места прям, не знаю. И так я настроился сюда. Да, ну здесь прям нормально. Здесь хочется быть здесь всегда. Вот это вот место всегда сюда ценит почему-то. Нет, у меня дело в том, что север я очень люблю. Прохладный. Не, ну я насчет, что здесь мне северная сторона-то не обращал внимания. Вот. Не, я сам по болотам любитель, да, полазить. Да, я люблю вот это вот, знаешь, таинство, вот это мрак. Да. Ну, знаешь, меня болота прямо тянут к себе. Да к нам никакие. Знаешь почему? Нет. Мне нравится там зеленого цвета много. Да, да, да. Вот есть, чисто зеленый цвет. И темный такой, вот какой-то вот. Так сказать. Темно-зеленый. Чего ты там нашел? Да назад пойдем, соберешь. Ты сейчас до Веретьева пока дойдем, у тебя мешок будет. Ну ты да. Потом сам его где-нибудь в кустах спрячешь и на обратном пути будешь забирать. Сплошная жуть по дороге. Чайники, челюсти, кости. Да. Че, нам чайник попался, да, еще? Да, но ты его не снял, но на обратном. Чайник, кепочка. Тут теперь дорога выглядит так, словно тут, образно говоря, ходило много путешественников, но все погибли, и вот от них вещи остались. Да? Все может быть. А вообще ходит местная легенда, что многие, кто туда ходили, умерли. Это мне рассказал Диман. Диман, если ты случайно увидел это видео, тебе привет. Когда я ему просто предложил 2 года назад сходить сюда на экскурсию, он сказал матом, что он сюда не пойдет, потому что большая часть людей, кто-то ему рассказал, просто умерли. Мы вот, значит, везунчики, нас это место любит.
относительно вот этой дороги. Гать была раньше за поворотом, ведь, да? Вот мы с Серегой, тогда уже под вечер, вот этот поворот шли, разговаривали, пропустили. И вышли вон туда, и мы не поймем, где мы. Мы стоим с ними, я говорю, слушай, не та дорога. Куда ушли-то? Повернулись, вернулись вот на это же место. Я говорю, вон наш-то, мы пропустили ее просто. Эту трубу так и не убрали, ее просто переложили. Да, экзотики здесь больше нет. Печально. Да не, размывать-то пусть размывает, не жалко. Суть в другом. Раньше здесь идешь, болото, красота. А теперь все. Game over. Как я уже многим говорил, всю экзотику этого места вы пропустили. Слушай, а даже мостов не осталось, да? Вот по этой стороне-то были. Ничего нету, да? А, вот остались мостики. Серега, не хочешь поностальгировать? Вот там пролезть. Помнишь, как мы с тобой вон по тем мостикам пробирались, потом здесь еще канавы не было. И где ты стоишь, вон чуть подальше, уже по болотине я тебя на себе нес. Помнишь? Ну да. Только не помню, что ты меня именно нес. Не, я тебя это, переносил в одном месте. Мы из-за чего и не снимали там ничего. Руки-то заняты были. Мы с Мишей зимой тогда вот здесь пока кружили. И вместо поворота туда, мы с ним вон туда ушли. Это вот мы ходили с ним вон в той стороне, искали, где церковь. Мы тогда ушли, прикинь, запах стоит. Я говорю, вот, где церковь, рядом костер. А получается, мы ушли к реке, но с другой стороны. А ты здесь это дорога есть? Там не дорога была, там на этом проехали. Да, и мы думали, что это туда, к церкви. И вот мы ушли туда. Я точнее, знаешь, за Мишей шел. Я вроде смотрю, деревья вроде те же. Я думал, он повернул. А я тоже вот так круговую пока снимал. Забылся. Ага, Миша идет, я за Мишей. И этот вот тогда угорал. Ладно, говорит, он заблудился ты раз, а ты-то. Ну, а это вот была бывшая аллея. Я говорю, все изуродовали. Экзотики никакой больше. Ничего это. Деревья все к чертям спилили. Здесь была же узкая тропинка, ровная, красивая. И ничего теперь не осталось. Остальное вы сами додумайте, что можно сказать об этом. Не, ну вот реально, они могли дорогу вон там, где рядом проложить и аллею оставить. Как памятник культуры. Ребят с Москвы говорили, они приходили, тут вообще никого не было. Это вон тот дом, что ли? Строят. А вон и будка какая-то, типа охранная. Или это трансформатор тот? Ага. Ну что я могу сказать? Вы уже знаете. Поэтому... Какую? Верхушку-то нету. А чё от них ожидать еще было? Ну реально. Ну вот, я вам правильно говорил. Артефакты в итоге все заделают. Никаких теперь больше печных проходов.
Пойдем. Все. И концы в воду. Что печной канал выходил вон оттуда из земли. Я все артефакты успел заснять, пусть на плохой телефон. Но... хоть как-то. Хотя бы так. Пойдем с той стороны посмотрим. Считай, видишь, и проход заложили. Окно. Все. Все концы в воду. Вот вам, пожалуйста. О. Кому ты теперь докажешь? Прикрой справа микрофон. Ветер справа. Кому ты теперь докажешь, что здесь заложены вот такие природные камни зачем-то? В тех местах, где их и быть-то не должно. Да. Все, ребята. Экзотика старины этого места закончилась раз и навсегда. Теперь здесь радость будут находить только те, кому реально... как это сказать? Кто с религиозной точки зрения сюда придет, больше тут экзотики никакой не осталось. А то смотри, еще пока не все артефакты уничтожены. Ковка-то, арматура-то, которая внутри церкви. Чего такое торчит с арматурой? Вот это? А это старая какая-то. Нет, смотри, по всей стене. Ну слушай, я не знаю, это новый натыкали. Это... будут, наверное, леса какие-нибудь. А это арматура старая, это вот ковка. Вот они, эти еще петли. Натуральные, иди сними. Вот они еще остались. Еще они не все артефакты уничтожили. Хорошо. Хорошо. Нет. Вопрос на засыпку. Если этого нет, а кто за лампадками следит сейчас? Если этого, то кто следит за лампадкой в церкви? Ну, это современный артефакт. Что там, канализация, что ли? Стоят закопанные земли. Ну, дом потом сходим, посмотрим, что там. Слушай, это котельная, наверное, будет. Строй так, как по-старинному. Ну да, да, да. Ты там давай аккуратнее. Что, они дыру проломили, что ли? Не было этой дыры. И этой не было. Оператор номер 1. Да уж. Вас снимает оператор номер 2. Окей. Ну как ты тут? Нормально? Да я вижу. Там еще выше. Я выше полезу.
ешь сюда. И пришел за этим. Вот и сбылась моя мечта сюда подняться. Да уж, мощно. Пофигу. Ну да. Вот тоже считай. Концы в воду. Он стоял четко, у него грани были на четыре стороны света по компасу. И, соответственно, еще на четыре, когда, ну, как это правильно называется, не знаю, пополам. Еще если разделить эти все грани. Вот. Ощущение, как будто ниже было. Не знаю. Уже я залазил, я там стоял, стропировался наверху. Так и было. Ничего не изменилось. Да. Круто, конечно, это все круто. Так вот, ребята. Что тут народ еще? Неплохо. Тут целая делегация откуда-то. Это не те, там еще четверо проходили. Вот смотрите, вот мы еще ни разу не сходили куда-то, чтобы нас никто не видел. Я вот лишний раз сейчас убедился. Возможно, это адепты царя. Но это я шучу, конечно. Круто, да, сынок? Осторожно, не нырни. А чего бы нет-то? Ну чё, сынок, как экзотика? Ну, если так подумать, то логично. Ты только давай аккуратнее. Ну, такой высоте. По факту, сейчас стоп. Слушай. Вот и сбылась мечта тут наверху побывать, да? Угу. Хоть что-то хорошее. Да. Ну что, спускаемся вниз? А да я вижу. Фотографироваться будем? Хотя снимай на видео. На видео? А этим файлом пришлешь мне? Хотя, в принципе, через телегу, да. Если скинешь, так нормально должно быть. Вызывайте МЧС, слепой спускается. Круто. Не, уж сюда я не пойду.
что-то тут все заросло. Не проехать, не пройти. Все, я нашел тропинку. Кто-то стул приватизировал, сюда перетащил. Кто-то его перетащил, да? Ну, это, наверное, уже это, здешние строители строили. Считай, тут больно это. Он один бы тут не осилил такую постройку. Тем более с железом. Не знаю. Да перетащили сюда просто. Не, при нас строили это все. При вас? Да, да. Нет, мы имеем в виду, вон перетащили тот стул. Нет, что? Нет, а вот а. Если вот вон там банька. Да мы здесь были. И там этот вот обломок, где вот а он дотащил сюда. А вот, это он новый уже вот, наверное, сделал. Вы не видели. Вон там, да, пройдите 40 метров. Там он поставлена палатка с навесом для паломников. Да, уже, люди уже все. Мусор я хожу давать, я убираю женщин, мусорная яма. Непонятно, кто. Вы туристы? Да, мы туристы. Нет, мы из Коврова. Такой аквариус оборот. То есть у всех это такое впечатление о нем. Все сделано чисто отсюда. Этот навес он вот сам под дрова построил. Пойдем смотреть. А когда его повязали, он не убегал? Я не знаю. Слушай, рацию включи. Я пойду посмотрю, что там все-таки тоже. Там, говорят, для адептов была какая-то постройка. Пойду, схожу, посмотрю, что там. Эх ты, памятники даже здесь стоят. А я в этом месте и не был никогда. Похоже, здесь, наверное, было кладбище, раз тут ямы накопанные. Интересно. А там уже труп под матрасом очередной.
Да уж. Без комментариев, ребята. Я не знаю, что сказать. Я вообще сегодня сюда не планировал даже идти. Раз уж на то пошло, сюда въехать-то нельзя. Кто это бы вас, интересно, сюда стал пускать от какого-то чипирования? Вот сами просто подумайте на все на это. Жесть. Да, воду оставь. Яма, в которую я тогда ногой провалился. Вот. Что хотите мне говорить? Но я правильно сказал. Вся старина и мистика этого места теперь навсегда погибли. Вообще беспредел творят. Дорогу из нее сделали. Так вот я тебе что и говорю. Меня вообще поражает. Святые камни, церковь освященная была, они в дорогу закатали. Так что попомните мое слово. Здесь еще не раз несчастные случаи будут происходить. Может, не о каждом мы узнаем, но по факту это будет. Да, все совсем не то стало. К сожалению, сказать больше, что мы покидаем это прекрасное место. У меня язык не поворачивается. Все тут раскурочено, изуродована вся природа. Все разнесено ради великой благой цели. Наверное, больше я сюда не приду, если только случайно с кем-то. Кто смотрел мои предыдущие видео, вы видели, какие у меня были впечатления от этого места. Ну и все такое. На этой грустной ноте я, наверное, заканчиваю это видео.